Как же так? Мы отдаем рынок. У нас экономическое положение начинает ухудшаться. Российские патриоты начинают понемногу признавать, что экономика России все-таки сыпется из-за санкций, а Китай при этом не помогает России, а вовсе наоборот, пользуется этой ситуацией, захватывает российские рынки и убивает российских производителей. Несмотря на то, что Путин постоянно уверяет, что санкции не работают и не наносят экономике России никакого ущерба, похоже, в это уже не верят даже самые фанатичные Z-патриоты. Например, российский блогер-имперец Максим Калашников заявил, что дела России плохи и санкции буквально душат ее экономику. Чем больше затягивается так называемая специальная военная операция, тем больше нарастают экономические трудности в тылу Российской Федерации. Я понимаю, что уже объявлено, что все, нас пытались разорвать санкциями в клочки, но мы выстояли. Выстоять-то, конечно, выстояли. Но вот сейчас на наших глазах, по мере затягивания операционной кампании, у нас экономическое положение начинает ухудшаться. Ой, ничего себе, что творится. Так что получается, Путин врет, что все хорошо, и санкции на самом деле работают? Уже Австрия отказывается от закупок газа из Российской Федерации. То есть мы теряем оставшуюся часть уже, так сказать, европейского газового рынка. Китай не компенсирует эту потерю. Вот, понятно, что в конце 2024 прокачка газа через Украину прекратится. Помните, как еще до полномасштабного вторжения все эти люди так со смехом рассказывали, как они перекроют газ Украине, вот только им стоит, значит, вентиль закрутить, и сразу Украина замерзнет, развалится. Потом они рассказывали, что они типа перекроют газ Европе, Европа там тоже замерзнет, значит, не сможет жить без их газа. И вот теперь что мы видим, да, Европа сама от их газа отказывается. Украина прекращает прокачку газа по своей территории. Смотрите, никто не замерз, не развалился. Выяснилось, что все прекрасно могут без российского газа обходиться, а российские патриоты что-то не рады, наоборот, что-то им тревожно, потому что выяснилось, что это в их экономике начинаются проблемки, когда они не могут больше свой газ продавать, потому что это они лишились рынка, они лишились этих сверхдоходов, и теперь-то денежек все меньше. Вы посмотрите, как американцы совершенствуют свои санкции, они начинают выискивать те самые танкеры теневого флота, заставляют их разворачиваться, выявляют их, так сказать, выходят на владельцев. И, соответственно, это тоже сбивает наши, как говорится, доходы от вывоза нефти. В общем, все как всегда. Поначалу говорили, что санкции не работают, ничего не страшно. Теперь понемногу начинают признавать, что да, все-таки санкции работают. Удавочка понемногу затягивается. Начинают прижимать вот этот танкерный флот, который вывозит и продает российскую нефть. Соответственно, все сложнее и сложнее эту нефть вывозить и продавать. И падают экспортные доходы. Все меньше денег поступает в казну и все сложнее финансировать войну. И посмотрите, падение экспортной выручки. В прошлом году рекордное падение нашей экспортной выручки почти на треть. И вот сейчас вышла новая статистика. В январе минус 11% еще экспортных доходов. Санкции не работают, а экспортная выручка что-то все падает и падает. Просто какая-то мистика. Если дальше будет, экспортные доходы будут падать и дальше, а импорт уже не сократишь, то придется девальвировать рубль. Поэтому затяжная кампания, соответственно, очень-очень невыгодна. А наш же враг и навязывает нам вот эту вот затяжную войну. В общем, спустя 2 года войны сообразительные российские патриоты наконец-то путем титанических мыслительных усилий пришли к очевидному выводу, что затяжная война убивает российскую экономику, она невыгодна России. Знаете, ну просто ну невероятно. Кто бы вообще мог подумать? Я только не понял одного. Что значит, он говорит, враг нам навязывает затяжную войну? Какой враг вам навязывает затяжную войну, шизофреники? Мы вам вообще ничего не навязываем. Мы вас просим, оставьте нас в покое, выведите войска, уйдите просто, дайте нам спокойно жить, и все, война закончится. Мы не претендуем на вашу территорию, мы не собираемся вести затяжную войну за какие-то регионы России. Просто отстаньте от нас и занимайтесь своей страной, и сразу война закончится. Но для того, чтобы, конечно, осознать эту простую мысль гениального интеллекта России, патриотов уже не хватает. Первое лицо все время намекает, мы готовы к переговорам, мы готовы, так сказать, к заморозке конфликта, будем называть вещи своими именами. Это тоже свидетельствует о том, что вверху Российской Федерации понимают, что, так сказать, там боятся затяжной войны.
Z-патриот Максим Калашников с грустью говорит, что и Путин не хочет затяжной войны, и поэтому все время намекает на переговоры и заморозку. В общем, мечты идеологов войны о блицкриге, о быстром захвате Украины просто не сбылись, провалились, и теперь они с грустью признают, что Украина не по зубам, и придется с этим смириться, потому что иначе Россию ждет экономический крах. Причем надо сказать, что проблемы в экономике признают не только вот такие патриотические блогеры где-то у себя там в телеграм-каналах или на ютубе, но и на государственных российских каналах государственная российская пропаганда тоже об этом говорит. Например, в ток-шоу Соловьева эксперты уже открытым текстом признают, что Китай, пользуясь ситуацией, захватывает российские рынки и уничтожает российского производителя, потому что заваливает российские рынки своими дешевыми товарами, с которыми российские заводы конкурировать не могут. КАМАЗ сегодня до 2030 года запланировал увеличение своего производства на 50%. Прекрасные цифры. Мы должны поддерживать, мы должны делать все, чтобы они развивались так. Но если посмотреть на реальные цифры, его доля в рынке российском сегодня уменьшилась с 24 до 18%. О чем это говорит? Сюда пришел Китай. И это с вами, и это не может нас не волновать. Ну как же так? Мы отдаем рынок сегодня даже нашему соседу, нашему другу, нашему партнеру. Ну почему мы должны отдавать свой рынок? Вы должны отдавать свой рынок по одной простой и очевидной причине. Потому что ваш президент шизофреник, который развязал абсолютно безумную, бессмысленную войну и таким образом, разорвав отношения с цивилизованным миром, поставил вашу страну в тотальную зависимость от Китая и фактически превратил Россию в китайского сателлита. И вы ничего не можете с этим сделать, потому что ради захвата руин Авдеевки и Маринки вы разорвали отношения с западным миром, вы потеряли западные рынки и вы поставили сами свою страну в зависимость от таких государств, как Китай, как Иран, то есть от тех, кто с вами еще соглашается иметь какое-то дело. И, конечно, Китай этим пользуется и будет пользоваться, и он будет теперь убивать вашего производителя и заваливать ваш рынок своими товарами, потому что ему это выгодно. А вы ничего не можете сделать против него. Вы сами себя загнали в эту ситуацию. Все нормальные люди предупреждали, что так будет. Что развязывать войну в Европе, рвать отношения с всем цивилизованным миром, с государствами, которые в основном производят всю мировую экономику, мировой ВВП, это безумие. Это чистой воды сумасшествие. Вы же не послушали. Вот теперь и наступает расплата. И что-то уже вот этим всем пропагандистам, я смотрю, нерадостно. Что-то им не очень нравится специальная военная операция, да? А сколько же еще таких открытий ждет впереди? Подписывайтесь на канал, друзья. Есть изменения. Там на болотах пошла такая пьянка, извините, жара. Хотя нет, пьянка лучше. Но здесь слово это уместней. Что Раше нужно излечиться. Отгородиться от Европы. Как вы это видите на практике? Во-первых, мне это замечательно, нам помогают. Ну, одна из причин для того, что мы начали этот конфликт и вызвали огонь на себя, это как раз отгородиться от Европы, от вредных влияний, и зачистить себя, ну, то, что называют некрасивой пятой колонной, а то, что я называю там западниками или компрадорами. Сразу могу сказать российским солдатам, что уничтожить их можно было бы и без вторжения в Украину. Тогда, соответственно, количество российских солдат, которые остались бы живы, было бы больше. Ну, чисто теоретически. Кто такие пятая колонна? Ну, это те, кто вроде как против Путина, но не против войны. А-ля некоторые товарищи, сами понимаете, о ком я сейчас говорю. Ну, о покойниках или правду, или никак. Поэтому никак. Это часть вот этих вот из пятой колонны, они сейчас в тюрьмах. Часть заткнулась, часть эмигрировала. Вот так вот происходит отгораживание. Попахивает сразу концлагерем. С другой стороны, в реалиях, скажем так, российского государства это не является ноу-хау. Это было сделано специально, я абсолютно в этом уверен, это первое. Второе, наши европейские соседи в припадке бешенства и безумия сами отгораживаются. Это, и надо их благодарить за это. То, что они творят, это идиотизм. То есть, когда вы видите будущий мир, я не хочу сказать с Украиной, а мирное решение конфликта вокруг Украины, вы не имеете в виду возвращение к прежней нормальности? Я не вижу пока возможности, и не хочу этой прежней нормальности. Не по крайней мере, в течение 10-15 лет, пока мы ментально, то есть
интеллектуально и морально не перестроимся. Этот мужик, многие сразу поняли, что это сказочный мужик из клуба Владимира Путина, 70+, планирует свою жизнь на 20 лет вперед. Он и Владимир Путин к тому времени сыграют в ящик. И не факт, что будут пышные формы, похороны у первого и второго. Наконец, все-таки мы должны излечиться от вот этой прекрасной, но становящейся стыдной европейской болезни. Она была прекрасная, она дала нам очень многое. В лихорадке мы получили прекрасную литературу, благодарны за ту замечательную прививку европейской культуры. Но мы уже задержались в нашем европейском путешествие, по крайней мере, на 100 лет. Сразу всех хочу предупредить и успокоить. Даже этот сказочный человек, о котором мы сейчас говорим, о Сергее Караганове, долгой войны не хочет, потому что понимает, что чревато. Но кто этот лысый эксперт? Это одна из особей, которая занимается такими, знаете, концептуальными вопросами, которые нашептывают Владимиру Путину, как воевать, зачем, ну и так далее. То есть идеолог в некотором роде. Этот товарищ ровно год назад начал строчить тексты в различных изданиях, что нужно победить Запад очень простым и хитрым способом. Сбросить ядерную бомбу где-то в Европе, например, на Польшу, фермерам польским большой привет, и не только фермерам, по идее Караганова, значит, Запад в целом это сглатывает, глотает и не реагирует. И потом таким образом получается такая схема, что украинцев можно безнаказанно убивать, и никто не будет нам помогать. Но как-то пошло по-другому. Вот совсем по-другому. И этого мужика из клуба 70+ заткнули. Была специальная в Козиловка из Кремля ядерной бомбой больше не грозить, потому что европейцы нервничают, относятся к этому серьезно и поставляют Украине оружие все больше и больше. И да, когда я говорю о том, что россиянам я же прекрасно понимаю расклад на поле боя, знаю, где они жмут, где они наступают, но я знаю и решения, которые готовим мы, и местами реализуем их здесь и сейчас. Сейчас его нужно завершать тем, чтобы потом нормально сожительствовать, дружить, ездить, все что угодно. Я думаю, что этот процесс через 15-20 лет произойдет. Если Петр был бы сейчас жив, условно, то он бы, конечно, основал еще одну столицу. Кто может излечить Россию? Я знаю, Юлия Навальная нет. А сброни силы Украины. И мы, собственно говоря, этим сейчас и занимаемся. Вот эти вот отсылы к культуре и литературе, это все в пользу нищих. Это обычно используют российские пропагандисты и на других языках рассказывают вот этот вот тезис, что, мол, Россия, она европейская страна, там хорошие люди живут, они не нацисты, это только Путин. Путин плохой, а россияне в своей массе нет. Но благодаря действиям российской власти на земле это ни на кого не оказывает влияния. Вы видели? Значит, вчера в Киеве были подписаны еще документы по вопросам безопасности, например, с такой прекрасной страной, как Италия и Канада. Документы хорошие, там прописано обязательство наших союзников поставлять сюда оружие и боеприпасы и поддерживать нас финансово, пока мы ведем войну. Договора эти прописаны на 10 лет с возможностью пролонгации до момента вступления Украины в НАТО. Интересно, даже самому мне, успеем мы за 10 лет вступить в НАТО? Все государства крупнейшие на этой планете четко это фиксируют. Ай да Путин, ай да всех переиграл. Отгородиться они захотели. Ну-ну, давайте, мы вам поможем отгородиться. Но только как только вы отгородитесь, останется что? Концтабер. По-русски ГУЛАГ. Не новую столицу, поскольку, естественно, у нас уже есть две столицы, и Москву, политический центр, переносить нельзя. Какой интересный поворот на восток. Тут нужно разобраться с причиной этого разворота. Значит, Бог с ним, с Петром. У нас тут один маньяк, он тоже себя с Петром Первым время от времени сравнивает. Ему лучше сразу на табуретку вставать. Но вот эти вот термины, да, 20 лет, через 20 лет снова будем ездить в Европу.
Они же закручивают, закручивают гаечки, закручивают выездные визы и всякое такое. Чудеса. Для чего это они все делают? А, чтобы маньяк сохранил власть на максимально длительный период времени? Ну, это не новость. Как и почему и куда они будут переносить столицу? Ну, не Москву, вторая столица, не Санкт-Петербург. Это прикольно. Прикольные критерии. Но центр духовный, в известной степени экономический, нужно, и даже в какой-то степени военно-стратегически нужно переносить в Сибирь. Напомню вам, что мы сейчас будем жить в совершенно другой военно-стратегической обстановке. Мы мало замечаем, что произошла еще одна военная революция, революция дронов. Да, Санкт-Петербург украинские дроны обесчистили. Причем неоднократно. Услуга горела, будут гореть и другие военные заводы и объекты на территории фашистской России. Здесь ясно. Но сами разговоры о том, чтобы спастись от украинских дронов, нужно перенести большой город или построить новую какую-то суперстолицу в Сибири, это интересно. Ход мысли мне этот нравится. От себя добавлю, что я знаю инженеров, которые как раз и занимаются тестированием, не разработкой, а тестированием различных систем поражения. Они действительно беспилотные, которые полетят до Уральских гор включительно. Так что, россияне, переносите столицу. Но, понимаете, войну они начинали для того, чтобы НАТО сократилось до линии 97 года. А теперь, как это, отходят в стратегическую глубину, в Сибирь. Или на Сибирь. Подождите, если вы Сибирь, то это значит, Сибирь это отдельная страна. Да? А тут почему-то тогда надо говорить на Сибирь. Ну, в общем, с отдельной страной нужно подумать, как и нужно подумать с этими предлогами. Ведь в конечном итоге ошибка в предлогах в русском языке привела к тому, что сотни тысяч российских мужчин были уничтожены в Украине. А я предупреждал, каждый российский солдат или каждый российский гражданин, который пересечет границу Украины с оружием в руках, независимо от его юридического статуса, будет уничтожен. Так оно и работает. И хотя даже когда мы заставим Запад замириться, то все равно эти дроны будут летать. И поэтому нам нужно держать самые ценные активы подальше от наших границ. А это все-таки, конечно, Сибирь. Я знаю несколько мест в Сибири, я там путешествую, которые мне очень нравятся. Вообще мне нравится, что там происходит и как там происходит. Там тоже идет ренессанс, как и во всей стране. В современных условиях. Почему ренессанс не мог начаться без войны, никто не знает. С другой стороны, да бог с ним, переезжайте. Вы собрались замириться с Западом, заставить Запад замириться. Есть разные мнения по этому поводу. Заметьте, Россия сейчас воюет на максимуме своих возможностей, а Запад, ну, только поставляет сюда оружие и боеприпасы. И то, как поставляет. Ну, в общем, Ллойд Остин прав. Можно больше и лучше. Сказочные. Сказочные товарищи объясняют, что же ждет Россию. Эта же программка записана к 2-летию полномасштабного вторжения. Уже столицу собрались переносить. Молодцы. Так и надо. Так и надо. Российским солдатам, которые временно живые на территории Украины, нужно внимательно следить за тенденциями там, в болотном царстве. Ведь если они сейчас перенесутся сами в Сибирь, останутся живы. А если останутся в Украине, точно хана. Там в Сибири, я не знаю, насчет останутся живы, это не точно. Там надо у товарища Си спрашивать и китайских друзей. Можно одновременно вести войну и развивать Сибирь, как вы хотите? Конечно, и смотря как вести войну. Поэтому я и настаиваю на том, что нужно заставить Запад отступить. Вялое противостояние и всякие провокации, и там теракты будут все равно продолжаться. Но большую войну нам вести слишком долго не нужно. Так этот друг радиоактивного пепла не такой, чтоб сильно идет. Значит, долго войну вести не надо. Дело в том, что в российском концепте у них же сейчас война на, как это, на выживание, на сдерживание, на обнуление потенциала своих врагов.
то есть Запада. Запад на войну еще не явился, а Россия уже на максимуме. Тенденции хорошие. Это называется, вспомнил, война на истощение. Долго не надо вести такую войну. А почему? Потому что российские солдаты, они тоже умирают. Наши погибают. И россияне. Это не является каким-то бесконечным ресурсом. Вот в чем дело. Невыгодно. А тем более, что в такой длинной войне скорее заинтересована одна страна, Соединенные Штаты Америки, потому что они ничего не теряют, только приобретают. Мы все-таки много очень приобретают, в смысле вот, сама организация и действительно ренессанса почти всех направлений нашей жизни, но все-таки потери тоже достаточно существенны. Фразы «потерь больше нет» не будет. Значит, выгода приобретатель от решения Путина напасть на Украину – Соединенные Штаты. Не только Соединенные Штаты, Китай тоже выгода приобретатель. И там на Дальнем Востоке это уже прекрасно понимают. Бо получится так, что китайская армия зайдет в Хабаровск, а там ни одного мужчины славянской внешности, русских там уже не будет. Вот такая вот штука. То есть Путин начал войну, в результате которой выигрывает США, и говорят они об этом на федеральном телевидении. Ай да Путин. Как говорил Джозеф Байден, сумасшедший сын, может, старина не сильно ошибся. Ваше мнение в комментарии пишите. Что меня беспокоит, это то, что этот проект мне кажется абсолютно очевидным, необходимым, но он может затянуться или быть отложенным на неопределенное время, потому что, конечно же, внимание и руководство страны и элиты сконцентрировано на Западе, на Украине. А это тупиковый путь. Нам нужно сбросить временно, по крайней мере, европейское направление, отгородиться, перестроиться. Потом, кстати говоря, через там, 20 лет, может быть, и в Европе произойдет смена элиты, они очухаются, и мы сможем наладить с ними какие-то приличные отношения, хотя уже, конечно, совершенно с других позиций, с позиции старшего товарища, которым мы уже сейчас и являемся. Насчет старшего товарища, тут вообще все понятно. Дело в том, что в Северной Корее они там футбол тоже выигрывают на чемпионате мира. Ну, так им сообщают. Соответственно, вот россиянам говорят, что они уже стали старшими для Европы. В Европе, когда что-то подобное слышат, они, по-моему, даже особо не комментируют. Хотя вот для Владимира Путина хотели выслать из Еврокомиссии психиатра, я думаю, лучше киллера. Киллера-психиатра. Два в одном. Да? Но вот эти вот темы. Нужно отгородиться от Европы. Украина тупиковый путь. Это интересно. То есть россияне воюют за тупик. А мы-то воюем за свой дом. В прямом смысле этого слова. Но идея насчет отгородиться, она хороша. Как мы отгородимся от Российской Федерации, а не от нас, от Европы. А Украина это Европа. Украина это уже Запад. И все это понимают. Будут проходить окопы с большой вероятностью по линии государственных границ. И это неплохо. Как только оттуда кто-то с китайским акцентом будет говорить, мы же братья, ну что надо делать? Стрелять на звук. Хотя, вот если проанализировать мое предыдущее видео о том, как местные жители из поселка Трудовая Армения рассматривают остатки сбитого А-50 вместе с экипажем, конечно же, то там такое впечатление, что Рамзан Ахматович Кадыров на этом общем уровне является, но знатоком русского. Потому что какая-то там большая беда с этим. Ну, ладно, это не лингвистический спор. Факт остается фактом, что они ищут ответ, чтобы продолжать войну, ищут ответ на вопрос, зачем все это нужно. Оказывается, для того, чтобы отгородиться. Выглядит тупо. Мы же со своей стороны передаем российским оккупантам важную шифровку. Уйди или умри. Потому что на территории Украины вас кроме смерти ничего ждать не будет. Но опция эта, она же шире. Уйди или умри, а лучше не приходи. Вот такие вот там транслируют тезисы различные радиоактивные пеплы. Ядерная бомба есть не только у вас. И да, россияне смертны. И Путин тоже.
российским солдатам, нужно больше над этим думать. Потому что чем больше живет Путин, тем меньше живут они. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. А Украина была, есть и будет. И все это знают. В том числе российские товарищи-пропагандисты. До встречи.